Спорткомплекс Международного гуманитарного университета, что на 8-й станции Большого Фонтана, принял матчи 10-го юбилейного турнира по мини-футболу Кубок административных судов 2021. Соревнования традиционно приурочены ко Дню административной юстиции, который отмечается в июне и посвящен принятию Кодекса административного судопроизводства в Украине. Один из организаторов турнира, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов, убежден, отмечать свой профессиональный праздник собраниями в актовых залах не в традициях административной юстиции. Поэтому на выходных работники судов встретились на стадионе в бутсах и спортивной форме в дружеской атмосфере. Для участия в Кубке по мини-футболу в Одессу на 2 выходных дня приехали 9 сборных команд из 9 регионов Украины, состоящие из судей и работников аппаратов административных судов. Более подробно о старте соревнований в материале моих коллег. На стадионе Международного гуманитарного университета прошел 10-й юбилейный турнир по мини-футболу «Кубок административных судов 2021». Свой профессиональный праздник представители одной из ветвей власти отметили на футбольном поле спорткомплекса «Университет», что на 8-й станции Большого Фонтана. За право носить звание победителя соревновались сотрудники Верховного суда, а также административных судов Одессы, Львова, Ивано-Франковска, Днепра, Винницы и Киева. Торжественное открытие посетил и президент Национального университета Одесская юридическая академия и Международного гуманитарного университета, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов. Сейчас в Одессе проходят дни административной юстиции. И после вчерашней конференции сегодня на поле вышли команды административных судов нашей страны. Здесь и Львов, и Ивано-Франковск, и Одесса, и Киев. Практически все команды сегодня участвуют в этом кубке. Он такой престижный, мы уже 10 лет его проводим. И приняли решение, что в следующем году будем проводить именно здесь, на территории Национального университета, юридическая академия. Мы будем выставлять свою команду вместе и играть будем с административной юстицией. Это очень важно. Вот сегодня мы приняли такое решение, и, наверное, оно правильно. Турнир переживал и непростые времена. Соревнования за кубок даже переносили, отменяли, но несколько лет назад возрождение произошло именно в Одессе, на спортивных комплексах Одесской юракадемии и Международного гуманитарного университета. Вузы обладают современной спортивной инфраструктурой. Особенно летом стадионы учебных заведений принимают различные турниры чуть ли не каждые выходные. Почетные гости футбольного праздника отмечают условия, которые были предоставлены для судей-футболистов. Ці традиції були перервані, і коли був сформований касаційний адміністративний суд, він був сформований наприкінці 2017 року, і вже в 2018 році ми ці традиції відродили, і саме з Одеси ми почали знову кожен рік проводити такий турнір на Кубок адміністративних судів України, і тоді нам допоміг Національний університет Одеська юридична академія у проведенні цього турніру. Але ще крім того, він проводився в Одесі, тому що саме команда адміністративних судів Одещини зайняла перше місце перед тим турніром, перед 2018 роком. Ми дуже вдячні Сергію Васильовичу, і він особливо ставиться так шанобливо до системи адміністративних судів, до адміністративного судочинства, адміністративної юрисдикції. І ми співпрацюємо у всьому. І дуже похвально мені, що філія кафедри адміністративного права Національного університету розміщена у 5-му апеляційному адміністративному суді. Напомним, футбольному турниру предшествовал форум, собравший специалистов в области административной юстиции со всей страны. Справедливо, что после продолжительных дискуссий и мозгового штурма футбол был выбран в качестве лучшей и эффективной разрядки. Наш округ представлений трьома командами. Це команда 8-го апеляційного адміністративного суду, Івано-Франківського окружного адміністративного суду та Львівського окружного адміністративного суду. Мета прибуття, звичайно ж, це популяризація адміністративної юстиції за допомогою спортивних змагань, популяризація здорового
способу життя і, звичайно ж, професійного та людського спілкування. Звичайно ж, умови чудові, якість покриття і інфраструктура, яка довкола цих полів, вона відповідає всім стандартам. І ми бачимо по учасникам цих змагань їхнє задоволення. Ось серед працівників апарату 8-го апеляційного адміністративного суду є також випускники юридичної академії, і це для нас також є предметом гордості. Среди участников соревнований были и неоднократные триумфаторы Кубка. Коллектив 5-го административного апелляционного суда стабильно держит высокий уровень. Команду по праву можно считать хозяевами турнира. Матчи проходят в Одессе на территории спортивных комплексов Международного гуманитарного университета и Одесской юракадемии. О многолетнем профессиональном сотрудничестве суда и юракадемии также хорошо известно. Этот турнир посвящен Дням административной юстиции, который регулярно празднуется с 20 июня по 10 июля. Фактически это 2-3 недели, в течение которых принимался кодекс административного судопроизводства, ветировался президентом Кучмой, и потом депутаты Далалы вето. И поэтому такой долгий период. Дням административной юстиции посвящается достаточно много мероприятий. В данном случае мы находимся на полях юридической академии, которая любезно предоставлена для проведения турнира нашими партнерами, президентом Национального университета. Сотрудничаем с юридической академией. У нас на территории 5-го апелляционного административного суда присутствуют два филиала кафедр административного права и процесса судово-правоохранных органов. Вы знаете, большое счастье получать предложение, вернее, предлагать студентам юридической академии работать у нас. И большое счастье получать их согласие. Выходят прекрасные специалисты не только на футбольном поле, но и в правовом секторе. Участники турнира на Кубок административных судов Украины рассказывают, что в планах расширять турнир и приглашать больше команд. Ведь юриспруденция многопрофильна, тем более спортивная инфраструктура вузов позволяет принять больше 9 команд. Зараз є така ідея, щоб, можливо, залучати сюди і правників. Правників мається на увазі і Одеську юридичну академію. І в зв'язку з тим, що адміністративна юстиція, вона більш широка в поняття. І суди включаються не тільки адміністративні суди. Можливо, ми розширимо коло команд, які будуть приймати участь у даних турнірах. Всего в играх приняли участие почти 100 спортсменов-юристов, и каждый из них вышел на поле, чтобы защитить честь своего суда и административного округа. Для работников судебной отрасли важно поддерживать хорошую физическую форму, встречаясь на таких дружеских турнирах. Такие спортивные мероприятия объединяют и сплачивают людей одной профессии. Вкотре раді приїхати знову взяти участь в щорічному такому турнірі між адміністративними судами України. Покриття, ну не привикли грати на такому, якщо чесно, покритті, бо бігаємо на штучній траві більше. Ну але нічого, всі команди в рівних умовах, тому все нормально. І, звичайно, сонечко дає свої результати теж, швидше змучуємося. Але нічого, знову ж таки, всі команди в рівних умовах. Тому турнір проходить в хороших, дружній атмосфері. Багато вболівальників приїхало. Раді взяти участь. Турнір хороший, кожен рік ми їздимо. Організація хороша, проблем з цим ніяких немає. Погода нормальная, жарковато, но ничего страшного, в принципе. Хорошие поля, не травмоопасно, играть хорошо. Поэтому, я думаю, все будет нормально. Главное, чтобы травм никто не наполучался. Так, все нормально. На поле выходили как молодые сотрудники судов, так и старожилы профессии. Даже настоящие ветераны турнира, не раз принимавшие в нем участие. Некоторые спортсмены в мантиях не пропустили ни одного турнира за все время его проведения. Разумеется, проигрывать никто не хотел, но даже ошибались футболисты на поле с улыбкой на лице и изрядной долей самоиронии. Команда нашого суду складається з, звичайно, працівників апарату суду, оскільки це передбачено регламентом. Суддів немає представлено в команді. Віковий склад різний, як є молоді гравці, молоді працівники в межах допустимих регламентом, так є вже справжні ветерани, які неодноразово брали участь і в тому числі перемагали і здобували призові місця і знають, як воно класно, коли ти перемагаєш. Ми стараємося кожного року брати участь, так як підтримуємо фізичну підготовку. Тож для розрядки трошки від роботи всі мають
брати участь, на мою думку. Тобто ми завжди беремо. Зіграли одну гру, зараз буде, у нас вже починається друга гра. На жаль, ми трошки не ввійшли в ритм гри, програли гру, але будемо зараз намагатися грати по максимуму. Можно с уверенностью сказать, что дни административной юстиции в Одессе удались. И без зрелищных футбольных баталий на территории спорткомплекса «Университет» праздник бы не состоялся.